Сын, ты можешь себе представить, чтобы я предложил тебе выпить пиво или, например, шампанского на Новый год? Нет, я бы сказала, ты что, сумасшедший, что ли? Ты же сам не пьешь. Ведь именно так, если верить статистике, впервые пробуют алкоголь больше половины подростков. По подсчетам ученых, из-за массового алкоголизма и спаивания молодежи численность населения нашей страны к 2025 году уменьшится почти на 15 миллионов. Добавьте сюда пьяные ДТП, несчастные случаи, убийства, и получится все 50. Об одной из самых страшных проблем современного общества поговорим сегодня на экспертном совете поколений. Мне помогут Виталий Манчур, старший тренер женской сборной России по тайскому боксу, двое детей. Также Анна Успешная, помощник руководителя Омской региональной общественной организации «Трезвый Омск». Среди моих экспертов Юлия Михайловна Кулагина, заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних управления МВД России по Омской области, есть дочь. А также Дмитрий Владимирович Четверяков, доктор психологических наук, заведующий психотерапевтическим отделением областной психиатрической больницы. Мою команду представляют Василий Тесемников, ученик 6 класса Любинской муниципальной школы номер 3, участник проекта «Юнипро.ру». И Егор Ильченко, ученик 11 класса, школа номер 67, участник проекта «Идеальный выпускной 2015». Приведу некоторые цифры и факты. Данные Института социологии Академии наук России. В течение 4 последних лет употребление слабоалкогольных напитков среди детей школьного возраста увеличилось в 2,5 раза. Каждый третий учащийся начальной школы пробовал алкогольные напитки. До 11 лет с ними познакомились 42% мальчиков и 25% девочек. Ежедневно пьет каждый пятый старшеклассник. Лихие 90-е нанесли России ощутимый удар в печень. И несмотря на то, что нация начала потихоньку выздоравливать, проблема детского и подросткового алкоголизма остается актуальной и поныне. В начале нулевых – дешевое пиво, водка и портвейн. Позже – алкогольные коктейли и энергетики. Сменилось и несколько поколений. Но прежним, однако, осталось одно – отношение молодежи к алкоголю. Только алкоголь может скрасить вашу жизнь. Придется пить. Пить постоянно. Официальной статистики нет, но по некоторым данным, около 80% современных подростков хотя бы раз пробовали алкогольные напитки. Чего уж, несмотря на многие запреты и ограничения, нынешняя действительность зачастую сама подталкивает детей к тому, чтобы взглянуть поближе на зеленого змея. Фильмы, музыка, литература. Алкоголь давно превратился в некий архетип мирового искусства. Ну как ты можешь так говорить, когда сам стоишь и хлещешь пиво? Я не хлещу пиво. Я дегустирую безглютеновый немецкий лагерь вместе с французским вином. Это называется шморгешвайн. Это культурная традиция. Более того, само приобщение к алкогольной культуре в нашей стране чаще всего происходит непосредственно в кругу семьи. Ведь алкоголь – неизменный спутник любого веселья или праздника. В связи с этим наивно полагать, что детское пьянство – проблема сугубо неблагополучных слоев населения. Пьют все. И возраст, когда подросток впервые пробует алкоголь, неуклонно падает. И сегодня это 12-13 лет. Прежде всего хочу спросить у представителя полиции. Юлия Михайловна, много ли преступлений совершают нетрезвые подростки? Действительно, примерно 15% преступлений, которые совершают несовершеннолетние на территории Омской области, причиной их явилось нахождение состояния алкогольного опьянения. То есть это примерно около 200 преступлений в год. А что касается взрослых, много ли тех, кого вот ловят за руку за продажей спиртного несовершеннолетним? Есть ли такая статистика? Конечно, такие мероприятия регулярно проводятся сотрудниками полиции. К примеру, в 2014 году таких продавцов было привлечено к административной ответственности порядка 400. А родители несут какую-то ответственность? Вот принято считать, что в основном дети пьют в неблагополучных семьях. Нет, это неправильно. Впервые подростки пробуют спиртное как проживающие в благополучных, так и неблагополучных семьях. И в соответствии с административным законодательством родители несут ответственность в отношении несовершеннолетних, которые не достигли возраста привлечения к административной ответственности 16 лет. Если несовершеннолетний выпил старше, ребенок 16 лет, то он сам несет за это административную ответственность.
Дмитрий Владимирович, вот с медицинской точки зрения, что собой представляет подростковый алкоголизм сегодня? Тенденции какие-то домовые, старые? Часто ли родители понимают, что происходит с их ребенком? Готовы ли они поменять что-то в своей жизни? Ну, я, может быть, не столь катастрофично смотрю на ситуацию. Ровно 20 лет назад, в 95-м году, в России за все время наблюдений был превышен порог алкоголизма. То есть, в принципе, если бы те прогнозы, которые делались в 95-м году, сбылись бы, мы бы все бы уже, наверное, жили на выжженной земле. Ну, прогнозы, слава богу, не сбылись, не все прогнозы сбываются. Дело в том, что надо учитывать один очень важный момент. Алкоголь является частью культуры. Хотим мы этого или нет, но это так. И определенное употребление алкоголя является одним из обязательных элементов социализации. Подростковый алкоголизм протекает крайне злокачественно. Это я могу сказать как нарколог с достаточно большим стажем. И если мы видим интенсивную алкоголизацию в 12-14 лет, то к 18-20 годам мы видим уже необратимые изменения в виде алкогольной энцефалопатии, то, что на бытовом уровне называется алкогольная деградация личности. Но, опять-таки, нужно учитывать один немаловажный момент. В большинстве случаев интенсивная алкоголизация генетически обусловлена. Проводили очень интересные исследования. Изучали будущее и судьбу тех детей, которые взяты в младенческом возрасте из семьи алкоголиков. Они воспитывались в прекрасных условиях. Они даже не знали, что такое алкоголь. Но в 14-16 лет как будто щелкало что-то в голове, и они начинали интенсивно алкоголизироваться. Главный фактор недопущения раннего подросткового алкоголизма или хотя бы снижения, потому что у человека есть алкогольная тяга, он все равно найдет. Это снижение доступности. И вот с этих позиций, безусловно, законодательные меры, которые не позволяют приобретать детям спиртные напитки и установить жесточайшую ответственность за продажу взрослыми, я считаю, что это один способ хотя бы снижения проблемы. Что касается физического, да, состояния молодежи, показатели общего здоровья стремительно падают, и даже нормативы по физической культуре в школах снижены в несколько раз по сравнению с теми, что были лет 20 назад. Вот, Виталий, что сегодня действительно мотивирует подростков вести здоровый образ жизни, и понимают ли их родители в этом стремлении вести здоровую жизнь? На данный момент времени, мое мнение, опять же, я не думаю, что что-то может промотивировать подростка вести здоровый образ жизни. Если он употребляет алкоголь, то его тяжело вывести из этого состояния и выдернуть вообще из этой стихии, где он живет. Он и в спорт не придет, да? Поменять окружающую среду, но человек не поменяется сам. Он как бы будет искать, он всегда это найдет. На данный момент времени детей очень тяжело заинтересовать спортом. У нас ведут детей родители. Или идут сами. И то, когда ведут родители детей в спортивные школы устраивать, на моем жизненном опыте, часто родители приводят детей, от них пахнет алкоголем. То есть ребенок воспитывается в этой среде, он будет повседневно это видеть, и тяжело ребенка изменить что-то в его. То есть у него вызывает ненависть к спорту, потому что пьяный отец его привел заниматься чем-то, чтобы только время занять. Это, да? Легче, чем спорт. Это доступнее, чем спорт. Тут надо пахать потом и кровью. Да. Вы сами знаете, как добиваться побед. Алкоголь намного проще и доступнее. Вот у нас на тренировке был такой случай. Бабушка привела мальчика, ну, там знакомый, то есть это уже на индивидуалку, то есть тренер только с ним занимается. Вот. И то есть там другой тренер нам сказал, идите там надевайте перчатки, накладки. Мы пошли. Вот, и вот эта бабушка сидит в раздевалке, и я мимо прохожу, и вот такое пахнет прям перегаром, знаете, свежий такой вообще, то есть, я немного так приофигел, можно сказать, надел, то есть, все ушли, вот, тоже мимо прошел, думаю, ну, как вот такое происходит? То есть реклама здесь работает. Вот у нас еще очень много принято там называть в качестве причин, почему у нас пьют, большое количество рекламы, там, в том числе в кино, то есть образ жизни звезд, в том числе, да, что вот успешный человек – это человек, который много гуляет, отдыхает, там, ведет красивый образ жизни. Вот можно ли с этим что-то сделать? Знаете, я не всегда, как бы, человек может вестись на рекламу или какие-то рекламные уловки, как бы это... Все зависит. Нет, от вот человека. У меня мать говорит, она смотрит все эти сериалы, да, ментовские, там какие-нибудь проблемные, говорит, везде пьют водку. Полицейские пьют водку, народ пьют приучен водку. К народ? Праздникам.
Дети видят это. Вы знаете, из практики иногда несовершеннолетние, даже в маленьком возрасте, впервые употребив алкоголь, то есть очень важно, чтобы в этой ситуации оказались рядом с ними люди, которые могли бы помочь и правильно это понять. То есть это начинается, конечно, всего с родителей, да, то есть объясните, чем это грозит. Потом далее педагоги в образовательных организациях, спортивный тренер. И если родители видят, что, конечно, у несовершеннолетнего очень много времени, которое он проводит зазря, либо он общается не с теми несовершеннолетними, не с теми друзьями, то есть выбрал не тот круг общения, конечно, он должен принять меры. Либо это однозначно отдать спортивную секцию ребенка, либо это посвятить какому-то искусству. То есть возможностей сейчас очень много. И, к сожалению, опасности ребенка подстерегают на каждом шагу. И вот родителям и педагогам главное окружить ребенка заботой и показать в этой жизни, что правильно, где существуют опасности и как себя вести в различных ситуациях. Новая станция комплексного техобслуживания «Белый сервис». Промывка топливных систем, шиномонтаж, автомойка, предпродажный осмотр. Запчасти в наличии и под заказ. «Белый сервис», Омская, 213-Б. Телефон 666-432. Можем провести маленький эксперимент. Вот из взрослых, кто ни разу не пробовал алкоголь здесь присутствующих? Нет. Нет. Но это не значит, что вы алкоголики. Ни в коем случае. Есть потребление, есть злоупотребление, есть алкоголизм. И эти вещи призывами к спорту, к искусству, к правильному поведению подростков не решатся. В любом случае, есть понятие подростковая референция, когда подросток в 15-16 лет выходит в свою среду, которая для него более значима, чем все спортивные секции вместе взятые. Хотелось бы вот точку зрения, да, такую озвучить. Чем страшнее и жестче, тем доступнее. Вот в последнее время у нас многие социальные кампании строятся по такому принципу, в том числе и антиалкогольные. Но в реальности, я лично не раз так делал, был свидетелем таких ситуаций, даже у бригады крепких спортивных парней, которые пытаются выкурить алкашей с детской площадке, очень мало шансов с точки зрения и проблем с законом, и с точки зрения отношения общества. Потому что, скорее всего, общество встанет на защиту алкашей. Вот как с общественной точки зрения бороться все-таки с такими вещами? Можно ли что-то делать? Или это... Дело в том, что сегодня уже говорили, что нас окружает очень агрессивная информационная среда, которая диктует нам, да, что праздник – это обязательно алкоголь. И очень многие это поддерживают. Они считают это нормой. Действительно, вот я не согласна с мнением, все-таки в семье должен формироваться вот эта вот культура праздника, да, что праздник – это не только алкоголь. Почему-то многие подростки воспринимают, если праздник, значит обязательно присутствие. И неважно, там это крепкие алкогольные изделия, либо слабоалкогольные изделия. Если изначально ребенок не видит, что родитель у него употребляет, он не считает это нормой. То есть для него будет норма как раз не потребление, а норма, что родители не употребляют, следовательно, так и должно быть. А то, что диктует социум, здесь отдельное мнение. Если подростки, они понимают, что им нужно чего-то в жизни достичь, что он к чему-то стремится, пытается это сделать, ставит перед собой цели, то, конечно, он понимает, что места алкоголю нет в его жизни. И вот говорить о том, что алкоголь обязательно должен присутствовать, это малые дозы или большие дозы. Говорили сейчас о потреблении и о преступности, да? Студенты, казалось бы, университета отмечали там сдачу сессии, да, выпили, начали со слабоалкогольных изделий, подрались, в итоге там произошло или убийство, или еще что-то, все. То есть на жизни ставим уже крест. Мы живем в своеобразной стране. Россия называется. Вот я и готов согласиться с тем, что Дмитрий Владимирович говорил, и категорически не могу согласиться. Мне понятно, как специалисту по культуре, по истории культуры, что, конечно, алкоголь присутствует в культуре, в современной. Неправда,
правда, что на Руси всегда пили. Неправда в том, что с этим не боролись. Потому что правда стоит в том, что с этим всегда боролись. И во времена... Только в 20 веке 5 антиалкогольных компаний. И государство пыталось временами бороться. И церковь время от времени вступала в такую борьбу. И само общество. Я не знаю, может быть, кто-то слыхивал, читал, что в 16 году, в разгар Первой мировой войны, примерно 40% губернии объявило сухой закон и сами его пытались соблюдать, потому что пьянство это уже надоело. Я не могу сказать, что какая-то культура от алкоголя избавляет, потому что пьют принявшие ислам, пьют католики, пьют православные, пьют кто только не пьет. И, наверное, скажем, вводить культуру питья с нашей точки зрения взрослых было бы вопросом, но перед нами молодежь, перед которой мне стыдно, это превращается в проблему. Потому что Дмитрий Владимирович, надеюсь, тут со мной согласится, что если мы пойдем по американскому пути, то тогда мы должны и марихуану, как у них в аптеках, разрешить. Но мы же этого не можем. У нас это тогда сметет шквал наркомании. И все остальное. Вот. Поэтому если мы введем культурное потребление напитков, да, для молодежи вдруг, скажем, там где-нибудь кафешку культурную рядом с университетом или школой поставим, мы просто сметем и так. То есть тут у нас накопившиеся проблемы из прошлого, которые уже нельзя решать на каком-то идеалистическом уровне. Безусловно, нужно подходить к ситуации реально. У нас очень высокий уровень накоплен в генах. И поэтому действительно сокращать потребление необходимо. Большое значение имеет цена и качество алкогольных напитков. Вот идти по пути удорожания алкогольных напитков – это реально. Почему бутылка водки стоит 200? Пусть она стоит 1000. Если человек хочет, он пусть и приобретает. И параллельно вести жесточайший полицейский контроль за изготовлением самодельных спиртных напитков. Поймали на самогонке – 5 лет. Понимаете? Никаких финансовых штрафов. И никаких финансовых штрафов. Согласен. Ничего. 5 лет. Если человек хочет напиться, пусть он идет в магазин и покупает качественный вискарь. Потому что именно туда приходят такие дети и покупают без каких-либо проблем. Вот это-то главное. Вот тут есть представитель сельского района. Я думаю, в основном-то, наверное, самогоночку пьют на деревья. Или водку покупают? А что водку пьют? Водку покупают. Но это, в принципе, это позитивный момент. Главное, чтобы водка была качественная и очень дорогая. Завернули на наш взрослый уровень. А вот мне интересно, вот как раз наша молодежь сидит, да? Насколько они остроту эту проблему понимают, не понимают. Потому что вот я однажды, мы с внуком спорили на эту тему, сегодня только ему напоминал, заложим его друга, который признался, что там отхлебывал у папы или в гостях пиво, и сказал, что статистика оно ему понравилось говорит вкусным об этом. По вкусу. Вот такой вопрос серьезный, да, но опасный. У вас есть интерес, вот как на вкус выглядит спиртной напиток? Хочется вам попробовать или не хочется? Ну, мне кажется, это зависит от самого ребенка, вот в какой семье он вырос. Вы знаете, мне кажется, это вот все, ну, не все, но говорят, что я не буду пить, я не буду курить, а потом вот, да, когда вырастут, то сразу как... Ну ладно, вам еще просто быть там... Да, легко терпеть, а вот Егор, 11 класс, да, как у вас выпускной это выглядит, в вашей среде? Ну, я хочу сказать, что мы, насчет выпускного, например, участвуем в проекте «Идеальный выпускной», который пропагандирует именно отказ от алкоголя на данном мероприятии. Ну и в целом, мне кажется, что подросток, ну, сам выбирает свой жизненный путь, и уже в моем возрасте, например, молодые люди сами понимают, что им нужно, а что и нет. И если молодежь здравомыслящая, то она понимает, что от алкоголя ничего хорошего, по сути, не будет, это сплошной вред здоровью. Когда-то на пьяных показывали пальцем и стыдили всем обществом, будь то царская или советская Россия. Сейчас у нас чаще стараются не замечать или вообще делают это забавным, снимают на телефон. Предлагаю послушать мнение мечей на эту тему. Как вы считаете, является ли подростковый алкоголизм проблемой в современной России? Я считаю, что проблемой является недостаточность воспитания в семье. В настоящее время эта проблема очень актуальна, потому что очень много людей подросткового возраста употребляют, и причем в больших количествах в основном. И поэтому, да, я считаю, что эта проблема очень актуальна. Да, я считаю, что это огромная проблема для нашего современного общества, потому что стоит посмотреть на нашу молодежь, их не интересует ни культура, ни то, что происходит вокруг. Их интересует только одно – это посидеть с кем-то, выпить на лавочке. Я считаю, что с этим нужно как-то бороться. Как можно с этим бороться? Я думаю, повышение цен, во-первых. В некоторых регионах у нас вообще запрещают алкоголь. Вот. Ну вот, в принципе, неплохие. Если эту проблему решить, то я считаю, что вообще
во всей стране в целом бы жизнь была лучше. То есть, получается, особо никаких конкретных вещей люди в опросе и не предлагали. И говорят газетные штампы. Посмотрите, пожалуйста, реально никто не может предложить что-то продуктивное. Вот еще, кстати, один момент, который мне хотелось бы осветить. Подростковый алкоголизм очень плохо лечится. И вот те традиционные мероприятия, которые мы используем в отношении взрослых, кодировки, там, медикаментозное лечение, они не совсем подходят. Поэтому здесь вот еще надо вот этот вопрос решить. Вот знаете, что это такие казенные, так сказать, ответы? Вот мы иногда ругаем нашу полицию, а мне даже иногда неловко перед ними. Потому что, скажем, вот в этой проблеме мы свалили все на них. А устранив семейные традиции воспитания и власть. Большинство вот этих молодых людей, которые в опросе признавались, что они употребляли алкоголь, о чем я говорил в самом начале, это было от лени, от безделия, потому что больше они себя ничем не занимали. Соответственно, полдня они учатся, полдня они гуляют, отдыхают. Ну, наверное, надо родителям устраивать их в секции, ну, не только в спортивные, но куда-нибудь там, может быть, на кружок плетения крючком. Нет, ну вот возьмем развлекательный центр. Ты же сам иногда туда рвешься, иногда говоришь, фигня там, да? Вот, потому что там действительно одно и то же не очень интересное бывает, да? И вот о чем говорил Виталий, то есть это труд, пот и боль, спорт и все остальное. Вот. Или там чтение, или какой-то еще какая-то Вася профессия. Любина живет, Любина все-таки не деревня, да, а Любина. Но я так понимаю, что у вас еще меньше возможностей куда-то пойти, чем, например, в Омске, да? Вот куда пойти после школы? Я считаю, что территориально не зависит, кто. Я начинал тренироваться тайским боксом. Я жил, есть такая деревня Сосновка, Азовский район. Знаю, да. Вот. Год я ездил на тренировки, родители об этом не знали. Пришло время к соревнованиям, я подошел, говорю, пап, ну вот так и так, надо тебя с тренером познакомить. То есть территориально не зависит. Я поменял за последние 2 года 4 местоположения в городе, спортзалы. Дети ездят ко мне со всего Омска. Нефтяники, Левый берег. Но должна быть заинтересованность. У вас была мотивация, понимаете, в чем дело? А алкогольная мотивация, она намного проще и доступнее. Вот. Поэтому тут не так все просто. С алкоголем очень, я вот сейчас приезжаю к матери, там очень все серьезно. Вот у Василия обозначено в данных, да, участник проекта. А в чем ваш проект, вот этот Юнипро? Что вы делаете? Ну, мы хотим добиться, чтобы многие люди перестали пить. Получается, старшее поколение, оно пьет, и дает плохой пример. Плохой пример своим детям. И дети поступают точно так же. А как вот вы с этим боретесь, планируете бороться? Чем? Как? У нас проходят разные акции. Мы вот ходили, раздавали перед Новым годом листовки. Листовки? Как вас народ трезво принимал? Понимал или там кто-то смеялся? Никто не смеялся, никто листовки не раскидывал. Они сейчас нас понимали. Можно я добавлю здесь? Суть проекта заключается в том, чтобы ребенок развивался гармонично. То есть если гармонично развита личность, она, скорее всего, человек этот может отказаться в определенный момент, когда ему предложат алкоголь. Ему даже это не нужно будет. То есть он знает, какие ценности у него, он знает, что ему в жизни нужно, когда стоит сказать «да», когда стоит сказать «нет». То есть проект как раз направлен на устойчивое развитие личности. Если будут ходить дружинники, как раньше, вылавливать студентов с портвейном, да, тем более, что возле университетов у нас сейчас везде практически продается спиртное. Несмотря на то, что там закон отводит какие-то там метры, и общественники пикеты проводят, и штрафуют, и все равно пьют, и студенты пьяные. Будут пить, и студенты будут пить. Но в любом случае общественность только может помочь правоохранительным органам в решении вот этой проблемы, борьба с алкоголизмом, да, в том числе и детские организации, которые создаются. То есть главное все-таки начать что-то делать, да, начать профилактику данного явления, да, воспитывать какую-то культуру, рассказывать об административной, уголовной ответственности за различные виды правонарушений. И дети, либо это молодежь, нам как бы безразлично. Главное, чтобы вот сотрудникам оказывали помощь в данном направлении. И сейчас уже вот у нас на территории Омской области действует более 2000 волонтерских отрядов, да, которые оказывают содействие именно сотрудникам полиции в работах в школах, в образовательных организациях. Кроме того, и среди студентов есть отряды правоохранительной направленности, которые оказывают помощь в патрулировании территории или охране общественного порядка каких-либо мероприятий. То есть мы это только приветствуем.
И вот если действительно будут поставлены очень жесткие каналы распространения в обществе, мы забудем про то, что такое подростковый алкоголизм, ну, а подростковый алкоголизм, подростковое пьянство. Ну, алкоголики были, есть и будут. Ну, это реально. При нашей сегодняшней России, если мы, слава богу, прекратим продажу спиртных напитков подросткам, да, во всех киосках и магазинах, то они все равно будут квасить в семьях, где привыкли квасить. На самом деле, в последнее время, как и на уровне федеральном, так и на уровне субъекта, принимаются ряд различных законов, да, которые ограничивают и потребление, и продажу несовершеннолетним спиртных напитков. Кроме того, в последнее время введена уже уголовная ответственность за продажу повторно несовершеннолетним спиртных напитков. Я бы для родителей его бы. Вот я за ужесточение, так ведь? Уж, может быть, где-то и перегнули бы палку на какой-то период, потом можно было... Все нужно показывать. Если такие факты попадают действительно в поле зрения, и жестко, страна должна знать своих героев. А как мы это в реале увидим? Ну как, вот привели ребенка, так сказать, пьяного, доставили в комнату административную, что вы там выписываете, протокол или как-то? Нет, ну если родители вменяемы, они пьяного ребенка не выпустят. Ну а если родители невменяемы? А если невменяемы, тогда это уже органы опеки должны подключаться. Из практики можно отметить, что впервые ребенок употребляет алкоголь не с родителями, а все-таки в кругу друзей, на улице, где-нибудь в темном, укромном месте. Поэтому кто с этой проблемой сталкивается один на один, это все-таки сотрудник полиции, да, и ребенок. Но родители же должны... Естественно, мы приглашаем родителей, проводим профилактическую работу. Молодежь, у вас какие аргументы еще найдутся к тому, чтобы вот если вдруг у вас компания попадется такая, которая скажет, да ладно же, никто ничего не узнает, выветрится, пока ты до дома дойдешь? Я бы послал. Точно? Ты как поступил? Я бы не согласился с ними, я бы просто ушел бы от них. Ну, мне кажется, в данном случае молодежь должна сама выбирать тот круг общения, в котором она находится. И если это сознательный человек, то он, ну, наверное, не будет сталкиваться с подобными компаниями и иметь с ними какие-то общие дела. Ну, вот это замечательно, вы все трое сказали замечательные вещи, да, но если называть вещи своими именами, и Егор, наверное, больше знает, чем Василий с Севолодом на эту тему, что в вашей среде молодежной коллективистские, так сказать, импульсы воздействия более мощные, нежели в нашей. Они доминируют, они манипулируют ваши же общения. 15-18 лет, они самые главные. И вот чем я не уверен, что вы точно сможете уйти из компании, где будут говорить, да ну. Или тот же самый выпускной, то есть наверняка процентов 70 покажут пальцем и скажут, да ладно, как только все это закончится, мы пойдем куда-нибудь там в темный двор. Ну, там 95%. Это безусловно будет на любом празднике, на любом выпускной. Да, вы идеальны, там 3-4-5 человек, которые борются за идею на этом выпускном, правильно? Но не все. Есть теленок, рожденный с черным пятном, и он будет на этом празднике. Темы ближайших выпусков. Пока петух жареный не клюнет, игры с огнем. Чужие, не наши. Могут ли игрушки быть агрессивными? Патриотизм в миниатюре. На сегодня все. Экспертный совет поколений прощается с вами до следующей недели. Интересные истории и темы предлагайте и присылайте нам на электронную почту. Может быть, именно вы и ваши близкие станете героями нашей следующей программы. До встречи на канале продвижения.